Здравствуйте, уважаемые подписчики, дорогие рыбы и гости моего канала. С вами Людмила и канал Тартология. Сегодня у нас 29 апреля 2019 год, конец месяца, то есть время начинать делать расклад на май. Итак, сегодня мы делаем расклад на май для рыб с вопросом, что ожидает рыб в мае месяце 2019 года? Что ожидает наших рыб в следующем месяце? Семерка посохов, двойка мечей, дама кубков, маг. Хочу перекрыть две карты, двойку мечей и мага. Посмотреть, что именно они нам говорят. Двойку мечей перекрываю королем посохов, а маг еще один старший аркан – умеренность. Ну что ж, смотрим. Значит, у рыб в мае месяце ситуация будет складываться, что сидеть вам опять и сложа руки нельзя. Ну вот так вот получается, что если не будете действовать, то не получится ничего. Под лежачий камень вода не течет, поэтому вам нужно в этом месяце нужно действовать. И сил у вас хватит, и терпения тоже, и вот вы будете бежать и действовать, об этом говорит семерка посохов, причем неважно, какие, что там, ну там, в общем, такое, вам будет казаться, что вот везде и все, и всюду все против вас, но это не так, просто вот время настало, вот так вот нужно действовать. Май, сложа руки, не сидеть не придется. И я так подозреваю, вот я не знаю, насколько правда это или нет, но, по-моему, вот не сможете вы сидеть сложа руки, двойка мечей об этом говорит, из-за какого-то человека, король посохов, либо это ваш начальник, либо это ваш отец, либо какой-то человек, которого вы уважаете. Ну вот из-за него или благодаря ему вам придется действовать. Действовать, причем, возможно, это даже какие-то рамки закона, может быть, это какие-то действия по поводу каких-то там документов, возможно, я не уверена. Но в любом случае, вот из-за вот такого человека вам придется бежать. Ну и что? Дело в том, что, в общем-то, творится будут чудеса. Об этом говорит маг, которого перекрыла умеренность. Умеренность, золотая середина во всем, что бы вы хотели найти, увидеть, сделать, получить. То есть вы достигнете того ни больше, ни меньше. И это хорошо. То есть ваши труды, ваша беготня не будет напрасна. Есть вариант того, что вы это получите, и вы будете этому даже очень рады. Вот. Чувственные, эмоциональные ваши отношения как-то из-за того, что, ну, естественно, уйдут в сторону, потому что вам будет не до любви, не до отношений, у вас будут дела поважнее, которые будут, в общем-то, решаться. Поэтому высыпайтесь, набирайтесь терпения еще пару дней, потому что май уже на носу, и вам придется опять бежать. Ну что ж, дорогие мои рыбочки, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. В конце мая я буду смотреть на июнь, как обычно. И оставайтесь со мной, следите за моими выпусками. Уверена, что в мае у вас все будет складываться благополучно, потому что здесь об этом говорят две хорошие, значимые старшего аркана карты. И маг, и умеренность. Так что все будет хорошо, на все у вас хватит сил. Ну что ж, с вами была Людмила и канал Тартология. Всем пока!